пристегнулся сам, пристегни ребенка. Сотрудники ГИБДД не устают повторять. Приучать детей соблюдать правила дорожного движения нужно с ранних лет. И личный пример самый понятный детям. С этим согласен и водитель Сергей Петров. У него двое детей. Семья отправилась на прогулку в парк Гагарина на автомобиле и попала в поле зрения инспекторов ГИБДД и нашей камеры. Здоровье детей – это самое дорогое, что у нас есть, поэтому всегда соблюдаем все средства, которые помогут уберечь в случае какого-то ДТП. Дети всегда пристегнуты, и дети младшего возраста в специальных устройствах передвигаются. Детское кресло в машине – реальная защита жизни и здоровья ребенка в случае ДТП. Но не все родители это понимают. Контрольные рейды сотрудники ГИБДД Самары проводят регулярно, и нередко выясняется, что правила перевозки детей нарушены. У родителей традиционные отговорки: «Я хороший водитель, в аварию не попаду, нам недалеко ехать». Но в большинстве автомобилей, в которых едут дети, кресла установлены. По словам инспекторов, по сравнению с прошлым годом нарушителей стало гораздо меньше. Возможно, все дело в штрафах, которые составляют 3000 рублей. С начала весенних каникул у нас на территории города зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 несовершеннолетних. И в 2 ДТП виновниками их стали родители, находящиеся за рулем. Ольга Ситникова – автолюбитель со стажем. Говорит, своих детей старается пристегивать всегда. Руководствуется правилами безопасности и по личному опыту знает, что при таком активном городском движении нужно позаботиться о безопасности маленького пассажира. Всегда пристегиваю детей и сама пристегиваюсь. Вот. В целях безопасности. Вдруг что, мало что на дороге бывает. Вот. Всегда пристегнута. Снова автомобиль с ребенком, и вновь малыш едет по правилам в автокресле. Мама за рулем более 10 лет и к безопасности своего ребенка подходит ответственно. Говорит, сама всегда пристегивается и подает правильный пример маленькому пассажиру. Безопасность ребенка на дороге – это в первую очередь, потому что любая ситуация, любой толчок, а ребенок может удариться, получить травму. Поэтому в первую очередь мы пристегиваем ребенка, во вторую очередь мы пристегиваем себя. Сотрудники госавтоинспекции не устают напоминать родителям о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности при перевозке детей. Пассажиры в возрасте до 7 лет должны ехать только в автокреслах, сертифицированных и соответствующих возрасту, весу и росту. Дети постарше могут ехать пристегнутые ремнем безопасности, но только на заднем пассажирском сиденье. Светлана Кудрявцева, Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.